4 года в школе искусств для Галины не прошли даром. За ее плечами победы на многочисленных конкурсах и даже губернаторская премия. Со своим громоздким баяном хрупкая девушка почти не расстается. Когда я беру вот этот инструмент в руки, то мне кажется, что можно даже горы свернуть, потому что музыка – это великая сила. Сегодня, в день Белгородского района, у жителей поселка Северный двойной повод для радости. Местная детская школа искусств переехала в новое, стильное, современное здание. Как и прежде, здесь будут учить вокалу, игре на инструментах, хореографии и фольклору. Прошу только одно. Преподавайте качественно. А у нас все дети талантливые. Только процесс воспитания и обучения зависит от нас, старших. Горит в печи огарочек, гремит недальний бой. Ко дню Белгородского района в парке «Русский лес» поселка Майский развернулась выставка-презентация «Наша победа». Каждое поселение подготовило сценку, посвященную Великой Отечественной. Разуменский центр культурного развития постарался передать атмосферу и радость победы в одном обыкновенном блиндаже. Антураж и обстановка помогли проникнуться моментом не только зрителям, но и самим артистам. Даже вот эта фляжка, она вот, гляньте, вот как из боя только что, просто ее откопали. Такое ощущение, что вот он, бой окончен, вот мы сидим, тут гармонь, тут песня. Нам объявляют, вот она победа, внутри аж мурашки по коже побежали. Мы встали, дальше поем, ну круто, конечно. Пусть вечно на Разуменской земле живет неумирающая память! Ура! Кульминация праздника – торжество на центральной площадке парка «Русский лес». Тех, кто внес особый вклад в развитие Белгородского района, отметили почетными грамотами и благодарностями губернаторам. Глава районной администрации Владимир Перцев и заместитель губернатора Ольга Павлова подвели итоги за прошедший год. Чего удалось достичь, а главное – благодаря кому? Главная ценность Белгородского района в их жителях – славных, замечательных тружеников, которые своей любовью к этому краю делают его краше год от года. Я хочу пожелать всем присутствующим, всем жителям Белгородского района здоровья, чтобы ваш дом всегда был полон детского смеха, чтобы вас обходили невзгоды стороной. С праздником, Белгородский район! Глеб Дудкин, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорье.